Вот ты проклятие! Нужно бежать. Отлично. Фу. Воу. Друзья, мы чудом вырвались только что из ангара, в котором сжигали королеву. И продолжаем играть в Чужие против Хищника. С вами, конечно же, Saint Sam. Итак, продолжаем. Куда нас занесло? Второй воротный выход. Так, аккуратненько. Что у нас здесь есть? О, черт! Это хищник! Какого черта? Нифига себе! Как слышно, курсант? Я уж думала, ты погиб. Я в кабине тайфуна. Не могу засечь твое местоположение. Вау! Заросли густые, но мы тебя отыщем. Найди радиовышку и включи ее. Оставайся рядом с ней, и мы найдем тебя. Я принял текила. Но мне очень стрёмно с ним встречаться в лицо. Так, ну что ж. Что у нас по оружию? У нас есть немножечко огнемета. С полный пак огнемета. По все аптечки и импульсная винтовка тоже полный заряд. Хорошо. Продолжаем, друзья. Так, слышу где-то там стрельба наших. Где? Слышу звук. Следим, следим за... О, свой! Привет. Твою мать! Ну что ж такое, а? Блин, солдат. Как так-то? Ты же так хорошо здесь... Эх, черт побери. Самое мощное, друзья, оружие в игре это вот эта снайперка. Специально для того, чтобы вырубать... хищников. Так, что у нас здесь? Давайте-ка активируем ворота. Наверное, это оно. Так, да. Есть? Есть. Хорошо. А это у нас что? А это у нас огнемет, который мы только что выбросили. И у нас здесь неплохо патронов, на самом деле. Так, я чувствую, здесь что-то сейчас будет после того, как мы открыли ворота. Так, ну, фонарик нам пока не нужен. Вперед. Он просвечивает... инфракрасным... Блин. Есть. Еще? Вроде бы нет пока. Хорошо. Так, когда спускаться? Ох. Какая же здесь напряженка. Так, мы не можем открыть этот сундук. А там у нас какие-то ништяки лежат. Надо их обязательно подобрать. Всяко легче будет пробиваться к текиле. Так. Фонарик. Аккуратно. Не спеша, все, проходим и подбираем. Так. Тут наш боец. Черт. Ну что ж. В принципе, неплохо. Интересно, отсюда мог бы кто-то полезть или нет. Нужно подняться наверх и взять аудиокнигу. Так, в ближний бой нужно брать импульсную винтовку, потому что здесь чисто. Что-то там у нас есть. Еще огнемет? Нет, не актуально, пожалуй. Так, подбираем и давайте-ка послушаем. Никто не знает, что происходит. Не знает, откуда взялись эти твари. Пытаюсь восстановить систему питания. Она поможет нам выжить. Готов поспорить, эти кретины полезли куда не следовало. Ну да, конечно же, никто не в теме. Никто, кроме корпорации Вейланд, которая явно что-то замыслила. Так, друзья. Контрольная... точка. Так, аккуратненько. О, свои. Куда полететь? А, черт, забрали бы меня, что ли? Очень-очень не спеша продвигаемся здесь. В поисках. Так, слушаем аудиокнигу. В джунглях ксеноморфы кишмя кишат, а гнезда их мы так и не нашли. Появились сообщения о новой форме ксеноморфа. Мы такой еще не видели. Говорят, она быстрее, сильнее и опаснее. Эх, плохо наше дело. И где там Ван Зант с его парнями? Куда уже,
Блин, быстрее! Куда уже опаснее? Вы что, срихнулись? Так, надеюсь, мы еще не скоро повстречаем. Так, аккуратненько следим за датчиком. Пока тихо, все тихо, тихо, так. Просто ради интереса, давайте-ка промониторим деревья. Так, ну хорошо, здесь, значит, чисто все. Вперед. Какие необычные растения здесь, друзья. Так, двигаемся. О, еще аудиокнига. Хорошо. Мистер Вейланд убежден, что где-то в сердце пирамиды мы обнаружим останки ксеноморфов. Не понимаю, откуда у него такая уверенность? Однако у меня создается ощущение, что Карл знает больше, чем говорит. Ха. Им нужны были останки? А зачем, интересно? Контакт. Ой. Плюющийся ксеноморф. Благо, хоть отваливается быстро. Так. Аккуратненько, друзья. Ох, как здесь все жутко красиво выглядит. Конечно же, по меркам того времени на все нужно делать поправку. Добираемся до ворот, друзья. Они закрыты, да? Черт подери. Вперед. Опа! Яйца уже открыты. Черт подери. Нам бы огнемет сейчас пригодился, наверное. Вот же ж... Есть. Не успел. Выбраться. Так. Очень внимательно смотрим на закрытые яйца. Чтобы не словить мелкую пакость в лицо. Вот. Есть. Черт, эта напряженная музыка просто. Я вижу здесь рубильник, но как только весь включу, будет, наверное, такая заварушка, что я, ох, пожалею. Так, рывком включать. А, взлом будет идти. Я понял. Готовимся. Ну что ж. Так. Ха. Серьезно? То есть можно сразу прожимать? Все в порядке, типа, уже? Окей. Ха. Я думал, будет жесть. Так. Нет, только не... Кто может по нам стрелять? Воу! Черт, черт, нет! Внимание! Проклятие! Но все же было... Ах ты ж, ё-моё, так хорошо! Выбраться с болота даже запросто. Куда дальше двигаться? Стрелка показывает обратно, друзья. Вниз мне что-то... Вниз? Друзья, в здание мы не можем соскочить? Это вообще не здание, это просто... Ну, то есть, постройка без входа. Очень практично. А, вот вход просто забаррикадирован. О, кстати. Аудиокнижка. Эврика. Охотники не обожествляли ксеноморфов. Они их разводили. Для охотника схватка с ксеноморфом являлась, должно быть, своего рода посвящением. Остается лишь понять, были ксеноморфы созданы охотниками или всего лишь открыты ими.
Так, выбираемся из болота. Вот теперь, друзья, немножечко рассказывают про то, что мы, в принципе, и так знаем, как любители, в принципе, вселенной, но в целом, для тех, кто не знаком, будет новая... Так, тихо, информация. Внимание о том, что хищники на самом деле охотятся на чужих, и для них это что-то вроде бы... Так, тренировочная школа. Как войти сюда? Здесь... Вот есть вход, хорошо. Оп! Фух ты ж, ё-моё, это было очень опасно. Черт подери. Рубильник. Так. И тут кто-нибудь попрёт или нет? Нет? Хорошо. Подбираем патроны снайперской винтовки. У нас их 66 в запасе. Нет! Твою мать! Вот это жесть, друзья. Вперед. Еще сигналы. Черт, подери. Прямо здесь. Фу. Замечательная винтовка на самом деле. Так, ладно, экономить патрончики нужно, в общем. Оторвали Нишке лапу. Готов? Где-то еще. Готовы. Хох. Отлично. Что случилось? Почему? Почему все потемнело? Какого очень странный эффект был сейчас, друзья. Ну да ладно. Так, сейчас я думаю здесь. Блин, ух ты ж, заварушка. Один отвалился. Есть. Падай, мразь. Фух. О, ворота открылись, которые мы в прошлый раз подошли, и они были закрыты. Так, друзья. И что мы здесь видим? Не спеша, аккуратно. Чисто. Твою мать. Мне непременно надо получить данные, которые вы найдете там, в главном здании. Ваша задача найти энергетики, включить все серверы главного здания в сети. Отлично. Ой, черт, это ж... Так, это дробовик? Нет. Это тоже дробовик. Опаньки. Есть энергомодуль. Бегом, бегом, бегом. Только у нас сейчас никто не напрыгнул, пока мы уязвимы. Есть. Да уж. Слушаюсь, Катя. Тоже мне все, кто угодно, раздают приказы. Но мне нужно встретиться со своими, поэтому выбора у меня особенно нет. Будем делать то, что скажут. Так, друзья. Кто-то здесь... Мелкая пакость. Готово. Так, достаем данные. О! Твою мать. Какого ч... Спасибо хищнику, вроде бы как. Помог мне только что. Я создан из мягкого, податливого материала. Я должен измениться, стать таким же неукротимым, как вы. Представь себе, ваша природа, помноженная на технологии охотников. Мы станем величайшей силой во вселенной. А вот, друзья, нам только что с помощью этого аудиодневника открылось, в принципе, самое буквальное намерение Вейланда.
это объединить технологии чужих и хищников в одном организме. Так. Немедленно уходите оттуда, рядовой. А, бежать, что делать? Избежать столкновения с врагами и покинуть куда? Я не знаю, что это за существо. Уходите. Твою мать. Потом все послушаем. Бежать, 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 бежать. Не вступайте в бой. Уходите. Путь свободен. Фу. Будьте осторожны. Чисто? С хищником лучше не сталкиваться в таком столкновении. Касается Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд Ютани. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Впереди какое-то движение. Не буду вас отвлекать. Пожалуйста, движение? Берегите себя. Черт. Еще один КПК. Подобрали. Двигаемся. Вроде бы чисто. Ой, черт, это всего лишь растение. Так похоже на... Что здесь? О, наш пулемет стоит здесь. А как его активировать? Было бы очень-очень здорово, на самом деле. Но, видимо, уже деактивирован достаточно давно. Музыка такая напряженная, друзья, играет. Прямо вот сейчас ждешь подвоха. А вот и подвох. Да я, мать его, охотник на чужих. Черт подери, откуда? Падай, мать. Есть. Черт подери, видел же. Ну, ладно. А вот вы красавцы. Раз. Да блин, два, три. Столько потом он впустую выкинул. Покажи свою мордаху. Кажется, нет еще. Отлично. Оторвали ему лапу. Фу. Осталось полторы обоймы всего для импульсной винтовки нашей. И это чертовски мало, друзья, для использовать. Снайперку у нас там еще много. Чуть ли не 10 обоим. Опа. Это, друзья, андроид. С оторванной ногой. Понятно. И еще видим андроид. Который от работы потерял голову. Так, ой. Какого... что за нафиг? Не понимаю, а лучше проклятие. Они же запрещены. Я узнаю Карла. Он не считается запретными. Черт, проклятие. Этих парней не так уж легко выбить. Впереди еще кто-то. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. Андроиды? Черт подери. Только дроидов мне еще не хватало, друзья. Проклятие. Черт, да что ж вы не сдохнете-то никак, а? Есть.
Отлично. Готовы. Так, отстрелил ему голову, нет? Да, отстрелил. Здорово. Фу. Отлично, зато патронов много хотя бы дают, так что... Так что можно особенно не палиться на эту тему. Тут не разрушен полностью. Куда, куда нам? Нам вот сюда. Прыгаем. Выбора у нас особенно нету. Покинуть джунгли. Что ж, друзья, вот так мы только что выбрались из джунглей и чудом избежали столкновения с хищником, встретили боевых андроидов и немножечко открыли планы Вейланда. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А я прощаюсь с вами. Еще услышимся. Всем пока. Ух ты, твою мать!